Раз, два, три. Стараюсь, если ты на русском читал. Ну, правда. Что? Что ли? А это кто? Два канала. Это какой-то политический рэп, я так понимаю. Похоже, похоже. Бля, он похож... Он похож на Сильвестра Сталлоне, реально. С Мангора. Марионетки. Да, походу рэп радиосистемы. Все-таки бородатые. Ага. Почти. Там Буш, по-моему, был. Это Хиллари Клинтон там тут стопудово. Что ты делаешь еще? Хорошо. Так, это что там за виды было? У нас, кстати, сейчас в России тоже политический рэп. Ху старьёзно. Опа. Чувак, который совсем не выглядел, как рэпер. Это, по-моему, Стив Джонс был, что ли? Вот это Хиллари Клинтон. А, не, не Клинтон, это Марк. Не, нет. Из Германии. Это Меркель. Ну, я, конечно, да, она была, да. Что они там делают вообще? Ой, Стив Джонс. Протестанты, короче, полиция друг с другом, так это. Это тоже говорят. А, типа все заодно потом. Ага. Братан! Самый главный вопрос, где Сильвестр Сталлоне? Физажедно. Связаено. Во, наверное. Не знаю. Ну, это политика, блин. Мы не лезем в политику, но... Что-то такое интересное, но просто как-то так. Я не знаю, как это разделать. Просто я вне политики, братан. Ну, у меня тоже, как бы, непонятный какой-то клип для меня, если честно. Какие-то разногласия там, что... Я лично просто вообще не интересуюсь, как бы, этим и... Не забивая этим голову, как бы, но на этот случай у нас есть президенты, как бы, которым зарплату платят, они решают эти проблемы. Я стараюсь быть в курсе там чего-то, как бы, но свое мнение по этому поводу как бы оставляю при себе, там, потому что ведь то, что нам подают в СМИ, как бы, никто не верит на 100%, что это все правда, как бы. И... Я заметил там Меркель, да, Трамп, Буш там был стопудово, еще кто-то был. Я видел Джобса там был, но Джобс-то почему-то, я не понял. Не знаю. Через неделю состоится презентация нового айфончика, ставь лайк, если ждешь презентацию. Rest in peace, Стив Джобс. Ну, то есть мы, чуваки, вне политики, yeah. Как бы. Салют нашим братьям из Сербии. Салют, Сербия, братишки, сердцем с вами в любом случае. Yeah. Салют. Сечам се как су била само два канала. Политика се читала и пила це кафа. Гледао се дневник у полоса сваког дана. Тамо увек иста прича, увек једна иста банда. Тад је било лако да се шири пропаганда. Народ је веровао у речи са екрана. Није било места да се чује друга страна. Све док негде преко није дошло до промене плана. Данас...